Добрый день, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас в нашей мастерской, музейной мастерской. И сегодня с вами мы будем делать снеговика. Но снеговика с сюрпризом. Итак, мы начинаем. Что же нам для этого надо? Нам нужна гофрированная белая бумага, гофрированная розовая бумага, небольшой кусочек ленточки, вот такой вот красивый. Ну и, конечно, сам сюрприз. Сюрприз – киндер-яйцо. Вот у нас киндер-яйцо. И здесь, в этой салфетке, у нас еще две конфеты, такие тоже сладкие. И вот из всего этого мы и будем делать нашего снеговика. Возьмем бумагу гофрированную. И сюда мы вставим яйцо в нижнюю часть. Такой веселый, а главное сладкий снеговик у нас получился. До новых встреч, дорогие друзья!